7 ДТП с материальным ущербом произошло на прошлой неделе. В одном из них пострадали люди. На Варламовской дороге пенсионер на «Фольксвагене Поло», выезжая от обочины, не уступил дорогу женщине на «Тойоте RAV4». Машины столкнулись. В результате ДТП пострадала девушка-водитель автомобиля «Тойота RAV4». Была доставлена в приемное отделение КБ-50, осмотрен врачом, отпущен домой. Водитель автомобиля «Фольксваген» позднее обратился в приемное отделение. Ему была оказана помощь, в настоящее время он госпитализирован. С целью снижения количества наездов на пешеходов в темное время суток в Сарове традиционно пройдет акция «Засветись». С 9 по 31 октября сотрудники госавтоинспекции усилят контроль за соблюдением ПДД пешеходами, будут проводить профилактические беседы о преимуществах использования световозвращающих элементов. По итогам 9 месяцев 2024 года на территории города Саров произошло 19 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Из них 7 ДТП произошли с участием детей, 9 ДТП произошли на пешеходных переходах. В темное время суток пострадали 4 пешехода. Все 4 пешехода не использовали световозвращающие элементы. В рамках проведения акции «Засветись» госавтоинспекция предлагает гражданам лично проверить улично-дорожную сеть на наличие пешеходных ограждений, знаков и разметок, исправность светофоров и освещенность. При обнаружении недостатков необходимо заполнить лист проверки. Бланк можно скачать в группе ВК ОГИБДД МЭУ МВД России по ЗАТО города Саров. Направить его туда же, чтобы соответствующие органы могли исправить недочеты. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.